Тему предстоящих выборов продолжим с гостьей. Это кандидат в народные депутаты от оппозиционного блока Наталья Королевская. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы только что посмотрели сюжет о новых методах, технологиях агитации. Как они вам? Если говорить о тех составах команд, которые сегодня идут в парламент и борются за право там представлять сегодня людей в нашей стране, то в первую очередь я скажу о команде оппозиционного блока, конечно, потому что мы все люди, которые занимались достаточно разными видами деятельности, каждый из нас представлял разную политическую силу, и сейчас в силу тех обстоятельств, которые есть в нашей стране, и тех угроз, которые мы видим, мы отбросили личные амбиции, мы отбросили какие-то свои там желания самостоятельно попасть в парламент, либо еще как-то, и объединились в оппозиционный блок. Объединились с одной целью сегодня. Это вернуть в стране мир и защитить людей. Людей, которые нуждаются сегодня в первую очередь в адекватной реакции, в правильном экономическом подходе и в социальной защите. И мы добьемся того, что голос Юго-Востока, это Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Луганская, Донецкая областей будут в украинском парламенте. Вы родом из Красного Луча, Луганской области. Сейчас этот город под контролем террористов ЛНР. У вас есть видение, как вернуть этот город и не только его под юрисдикцию Киева? У нас есть минские договоренности, есть сегодня мирный план президента. И вы знаете, вот оппозиция 200 дней молчала. То есть 200 дней у власти была возможность сделать в этой стране все, что они могут, на что они способны, и реализовать те цели и задачи, которые они перед собой поставили. Сегодня прошло 200 дней. Мы перестали молчать. И мы видим сегодня реакцию власти. Я хочу вот показать несколько фотографий Нестора Шуфрича. Это одного из лидеров оппозиционного блока. Давайте мы сейчас посмотрим сюжет на эту тему. Тот кошмар и тот ужас, который творится. Что сегодня власть делает с оппозицией? Да, они боятся, да, они прячутся. Они сегодня прячутся за масками, за мусорными бачками, не чураясь ничем. Но сегодня они кидают бачок и бьют, и пытаются оскорбить оппозиционного политика. Завтра любой гражданин может подвергнуться такому же насилию.